Ее носят на одежде и привязывают к автомобильным антеннам. Она неотъемлемая часть оформления практически всего, что связано с Великой Отечественной войной и воинской славой нашей страны. Георгиевская ленточка. Ее нельзя назвать аксессуаром, ведь это символ памяти и скорби. А в аудитории швейного отделения Шушинского сельскохозяйственного колледжа родилась идея о том, как сделать ленточку еще и произведением дизайнерской мысли. Мужчины используют много такие более строгие. Женщины уже позволяют себе. Но опять же, это на вкус и цвет. Мастер производственного обучения Шушинского сельхозтехникума Людмила Зворыгина во внеурочное время помогает студенткам осваивать различные направления рукоделия. Оформление в технике канзаш именно георгиевских ленточек показалось отличной идеей. Скромный черно-оранжевый символ победы украсили объемные звезды, цветы и оливковые ветви из атласных лент и пуговиц подходящих оттенков. Модели придумываем сами. Ну и потом в интернете очень много различных вариантов, но мы стараемся не повторять. Мы даже свои. Да, это мы свои выставляем. Девчонки говорят, что от желающих носить такие ленточки уже сейчас нет отбоя. А педагог подчеркивает, что такое украшение владелец точно будет носить именно на груди, у сердца, там, где и должна быть приколота георгиевская лента. Ксения Соковикова, Руслан Гущин, программа «Южные горизонты».